Жизнь одного человека унесла авария в Заинске. Сегодня днем «Шкода Октавия» слетела с дороги в канал с водой и перевернулась на крышу. Водитель иномарки погиб на месте, а пассажир получил различные травмы и оказался зажат в салоне. На помощь бросились очевидцы. Они перевернули машину на бок и зафиксировали ее с помощью трубы и бревен. Однако извлечь людей из салона не смогли. Это удалось сделать прибывшим на место пожарным. С помощью аварийно-спасательного инструмента они срезали стойки и отогнули крышу иномарки. Пострадавшего передали в руки медиков, погибшего полицейским. Причины падения выясняются. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.